Всех приветствую на нашем канале. Сегодня к нам на разбор приехала Toyota Corolla 2013 года с двигателем 1.6 на механике с пробегом 176 тысяч километров. Сейчас кратко вам по кругу покажу автомобиль. Напоминаю, что мы выкупаем любые автомобили и в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой выгодной для вас цене. Поподробнее с вами рассмотрим машинку. Фары у нас оригинальные, в хорошем состоянии. Стоят такие ДХОшки. Капот у нас со сколами. Множество сколов. Бампер у нас целый визуально. Спереди присутствует парктроники. На крыле имеется какое-то желтое пятно. На свете видно хорошо это. Лобовой у нас не оригинал. До крыши от сколов присутствует коррозия. Но крыша у нас в родном окрасе. На зеркалах повторители поворота. По порогам. Порог у нас ремонтировался. С водительской стороны шпакля лопнула. Салон у нас перекрашивался. Ручки перекрашивались. Вставки пластиковые. Также перетягивались обшивки на дверях. Сделано все не очень. Сиденье у нас водительское. Имеется чуть-чуть небольшой залом. Задний ряд сидений. Сзади у нас механические стеклоподъемники. Также присутствуют окрашенные пластиковые элементы. Задний ряд сидений. Задняя часть автомобиля. Посмотрим с вами арочки. На арочках тоже присутствуют небольшие сколы. Крышка багажника тоже в родном окрасе, но от сколов есть ржавчина. Хром у нас с дефектом, сдулся. В таком состоянии у нас багажное отделение. Сзади также присутствуют парктроники. Была протертость с задней правой стороны. Пассажирская сторона. С этой стороны арочку посмотрим. С этой стороны тоже присутствуют сколы и чуть-чуть ржавчины. Диски у нас также будут в продаже. И резина будет в продаже. Лепили шумоизоляцию. Остался вот такой клей. Снизу двери без коррозии. Также с пассажирской стороны ручка краска облазит. Заглянем с вами под капотное пространство. Сейчас покажу вам, как автомобиль выглядит спереди. Капот открылся. Двигатель у нас 1.6. Посторонние звуки отсутствуют. Фары оригинальные. Все крепления на месте. Все отлично. Технические жидкости также все на месте. Все в уровне. Капот у нас с внутренней стороны без коррозии. Переместимся сейчас с вами в салон. Посмотрим, что в салоне автомобиля. Звуковой сигнал работает. Усилитель руля работает без посторонних звуков. Все плавненько. Указатели поворота. Габариты. Ближний, дальний. Все отображается на приборной панели. Регулировки зеркал. Левое, правое. Все работает
Четко, стеклоподъемники у нас только передние. Водительский стеклоподъемник у нас с автодоводчиком. Все работает исправно. Двери. Центральный замок срабатывает. Присутствует мультируль. Магнитола у нас не штатная. Мультируль работает отлично. Стеклоочистители. Насос. Все четко. Плафон освещения салона также работает. Очистник работает. Солнцезащитные козырьки. Зеркальный элемент целый. Подсветка включается. С пассажирской стороны также подсветка включается. Зеркальный элемент целый. По акту проверки автомобиля мы имеем такие данные. По технической части автомобиля все работает. Аварийная сигнализация. Отопитель работает во всех режимах, во всех положениях. Работает отлично, без посторонних звуков, без лишних вибраций. Бардачок. Присутствует подлокотник. Рычаг стояночного тормоза у нас в чехле, не затертый. Ручка переключения передач подзатертая. Руль в отличном состоянии. Центральный плафон. Задний ряд сидений также в хорошем состоянии. Сейчас прокатимся с вами, проверим техническую часть автомобиля. Как автомобиль едет, как переключаются передачи. При выжиме сцепления посторонних звуков нет. На месте передачи все включаются четко. Вторая передача. Вторая. Третья. Все передачи включаются отлично. Не хрустит ничего. С передней подвески присутствуют посторонние звуки. После дефектовки будет известно. В рулевом управлении люфт отсутствует. Проверим, как автомобиль будет ехать назад. Задняя передача. Первая. Вторая. Газ в пол, автомобиль буксует у нас. Ускоряется отлично. Вибраций никаких нет. Сейчас вы увидите кадры замера компрессии. Toyota Corolla 2013 год. Двигатель 1.6, замер компрессии, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр.
четвертый цилиндр.